Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья воюет, чтобы освободить людей. С помощью воинской силы кельтов. А вы готовы подняться на новый уровень? Я уверен, что вы готовы. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Вам понравится мой сегодняшний гость. Эмма Старк, пророчица. Еще в детстве, когда вам было 6, вы росли в семье, которая не понимала сверхъестественного, но любила при этом Бога. Они считали, что это все в прошлом, но в 6 лет ваши глаза начали открываться постепенно. Что же вы увидели в духовном мире? Я проповедница в четвертом поколении. У меня чудесное наследие. Но нас учили лишь об Отце, Сыне и Святом Писании. Мы не знали, кто такой Дух Святой. И я помню, как была в школе и увидела в столовой стену с лицами, которые смотрели на меня. Теперь я понимаю, что это были ангелы и бесы, которые наблюдали за нами. Я помню, как спросила у родителей, а что это такое? Как такое может быть? Я выросла в Северной Ирландии. Это было трудное время. Взрывались бомбы, республиканская армия атаковала. Мой отец служил тогда в церкви. И я говорила ему, пап, мне кажется, что там взорвется бомба. Пап, мне кажется, что такого-то подстрелят. А потом тебе позвонят и скажут, что этого члена твоей церкви убили. Вы родились свыше в 6 лет. Я родилась свыше в 6 лет. Но в 18 с вами случилось нечто драматичное. Да, в этом возрасте я исполнилась Духом Божьим. Я поехала учиться в университете, я была голодна. Дух Святой сошел на меня, я отключилась на полу. И тогда я начала видеть колесницы и ангелов, которые двигались с небес ко мне. Я говорила на языках, я не могла сдвинуться с места на протяжении многих часов, и друзьям пришлось перенести меня в мою комнату. Я подумала, наверное, так происходит со всеми, и не так ли? Разве не все знают, когда будут взрываться бомбы? Разве не все знают, когда кого-то подстрелят? И лишь потом я поняла, что так бывает не у всех. Но так должно быть, и так может быть. И я верю, что Бог призывает людей к таким невероятным, чудесным встречам с Ним. Это действительно призвание от Бога. Вы сказали мне, что каждый верующий, будь ему 6 лет или 96 лет, если он не действовал в сверхъестественном или в слове знания, в пророчестве, то он может пережить это. И вы не просто говорите об этом, но снаряжаете людей на это. Поделитесь секретом, как вы снаряжаете людей. Безусловно, я считаю, что мы должны оставить свои предрассудки и ложное смирение, из-за которого мы постоянно считаем себя недостойными. Мы дети Бога Всевышнего. Слово Божье ясно говорит. Все вы можете пророчествовать. Я верю, что вопрос не в том, чтобы сказать приятные слова. Какая ты милая, Бог считает тебя чудесной. Я верю, что вопрос не только в том, чтобы активировать людей, и они услышали Бога. Мы активируем их, чтобы они были оружием в руках Божьих. Это Божья работа. Это очень важно. А знаете, самое удивительное то, что вы не только работаете так и снаряжаете тысячи других для этого дела. Вы воспитывали в этом своих детей, когда они были маленькими еще. Расскажите нам, как проходит воспитание пророков. Они шокировали меня. Детей легко обучать. Мы воспитывали их в среде сверхъестественного. Я хочу рассказать вам о своей прекрасной дочери. Ей 17. В прошлом году она
сказала мне: «Мама, я хочу ездить с тобой по миру, пророчествовать». А я сказала ей: «Джессика, ты можешь поехать со мной, если будешь следовать за мной с микрофоном на сцене. Ты должна доказать мне, что твой пророческий навык находится на высоком уровне». Тогда она сказала: «Я покажу тебе, мам». Она вышла на улицу, нашла человека, который явно был одержим бесами. Эта девушка была с ног до головы в черном. У нее был бесовский макияж и украшения. Она сказала мне, я подошла к ней и сказала: «Я верю в Иисуса. Иисус хочет поговорить с тобой». Эта девушка была в шоке. Она сказала ей: «Мне не интересен Иисус. Я ведьма. Я поклоняюсь сатане». Когда вы услышали это, вы не испугались и не подумали, что ваша дочь откусила больше, чем может проживать, ведь так? Нет. Вопрос не только в том, чтобы мы обучали их пророчествовать. Мы обучали их исцелять больных, изгонять бесов. Я считаю, что чем моложе люди, тем лучше им дается сфера освобождения, потому что они ходят в чистой вере. В тот момент я подумала: вот молодец. Джессика сказала ей: «Я верю, что Иисус хочет поговорить с тобой. Я попытаюсь убедить тебя оставить ячейку сатаны». А она ответила ей: «Я бы посмотрела, как ты попытаешься сделать это». Тогда Джессика сказала ей: «У тебя недавно нашли рак груди, не так ли?» И вы утверждаете, что каждый верующий может сделать это? Это сделала 17-летняя девочка, которая училась в обычной школе и сталкивалась со всем тем, с чем сталкиваются обычные дети. Она сказала той девушке: «Положи руку на раковую опухоль. Ты ощутишь, как она растворится, когда ты прикоснешься к ней. Это будет знамением того, как сильно Иисус любит тебя». И эта девушка получила исцеление от рака груди на улице благодаря подростку. Разве не чудесно то, что ты можешь слышать голос Божий? Я в восторге от этого. Я хочу сказать, что все, что может сделать Джессика... Да. Все, о чем вы читаете и что видите в моей передаче, вы можете сделать больше этого. Вы бы хотели, чтобы Эмма помолилась за вас и вашу семью, чтобы вы ходили в той же силе, смелости, в той же власти, что и вся ее семья. Если вы этого хотите, тогда оставайтесь вместе с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Эмма, вы рассказали мне удивительную историю о том, как вы вместе со своим мужем и семьей посещали ярмарки New Age. Да. Вы общались с ведьмами и колдунами. Так вот, расскажите нам теперь, пожалуйста, об этом. Я была в восторге от этого, потому что тьма не пугает нас. Мне это нравится. Вы должны понимать это. Скажите это еще раз. Тьма не пугает нас. Слово Божье говорит нам об этом. Когда мы смотрим на последние времена и на сатану, мы говорим: неужели это все? Неужели это тот червь, который мучил мир? Нам нужна смелость Святого Духа, чтобы мы поняли, что у нас есть власть, что мы сверхъестественная сила Божья. И мы видели, как опытные колдуны разрывали свои колоды карт, говорили нам различные проклятия. И мы желали им всего наилучшего, ведь мы не заслуживали проклятия, а поэтому оно не сбудется. К тому же мы не верим в концепцию демонического наказания, ведь если у меня есть вся сила и власть, то это означает, что ничего из этого нет у дьявола. Я не собираюсь отдавать свою власть сатане, веря в то, что он имеет какие-то права на мою жизнь. И мы видели, как люди, они были в шоке от этого. Это удивительно.
Удивительно! Слава Богу! Слава Богу! Это было на ярмарке New Age? Да, на ярмарке New Age. Вот к нам подошел главный экстрасенс и мистик Ассоциации исцеления Шотландии. И он с опаской сказал: «Я перепробовал всех целителей здесь. Я ощущаю ужасную боль». И он сказал: «Мне нравится ваша аура». А я сказала: «Моя аура — это Дух Святой. Хорошо, что вы заметили». Я сказала ему: «Мы сделаем так, чтобы ваша лодыжка не болела. Мы даже не успели помолиться. Мы ощутили атмосферу и силу Божью, которая излилась на его святых». Он начал говорить: «Что вы делаете? Что вы делаете?» Он получил полное исцеление. Я хочу рассказать историю про обувь для всех дам. Конечно, дамы расстроились, если бы мы сказали «нет». Всем нужна история про обувь. Мы потеряем всех женщин без этой истории. Шучу. Мне кажется, что Бог любит, когда мы идем покупать обувь. Это мое личное убеждение. Итак, я пошла покупать обувь. Наверное, так и есть. Да. Итак, я пошла покупать обувь. Суть в том, что мы должны слушать Бога каждый день. И это нужно не только для церкви или в те моменты, когда нам кажется, что мы достаточно долго постились и молились и ощущаем мурашки от Духа Святого. Мы должны ощущать Его каждый день, когда идем покупать обувь. Итак, я взяла обувь в руки и услышала, как Господь сказал: «Пойди и скажи пророчество продавщице». Я пошла, и я встала в очередь, чтобы сказать. Пророчество продавщицы. Вы поняли? Хорошо, продолжайте. Да, я встала в очередь. Она была весьма большой. Там было много других людей, но Бог устроил все так, что в один момент очередь исчезла. И остались только я и эта молодая девушка. Бог устроил эту встречу. Я дала ей свою обувь и сказала ей: «Привет, я Эмма. Я пророчица. Я слышу слова от Бога». Она посмотрела на меня со странным прищуром, словно перед ней ненормальная. Но я сказала ей: «Дух Божий говорит, что ты будешь хорошей матерью». Вот что я ей сказала. И тут она начинает плакать. Она сказала: «Я только что узнала, что я беременна. Я никому не говорила об этом, даже своему парню. Сегодня утром я впервые встала на колени и сказала Господу: «Скажи мне, могу ли я сделать аборт или нет? Бог, если ты реален, дай мне ответ». Она сказала: «Если Бог скажет, что я буду хорошей мамой, то я на 5 минут отпрошусь с работы и отменю аборт». И именно эта девушка и сделала. Это было слово от Господа. И во время простого, обычного похода в магазин за обувью. Эмма, вы учите невероятным секретам хождения в силе пророчества и в силе слова знания. Пожалуйста, поделитесь парочкой секретов. О, тайны, да. Мы много молимся на иных языках. Если у вас нет дара говорения на иных языках, то вам стоит попросить о нем прямо сейчас. Иные языки — это генератор. Чем больше вы говорите на иных языках, тем легче получить слово от Господа, откровение. Иуда говорит, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. Чем больше вы молитесь на иных языках, тем больше вы назидаетесь. Это назидает вас в вере. У нас есть доказательства того, что когда мы болеем и молимся на иных языках, болезнь просто исчезает. Все дело в природе этого дара, который назидает и укрепляет вас. Это очень важный совет. Но ключ к этому дару, который важнее всего остального, это практика. Если вы не будете практиковаться, то всегда будете биться головой о подозрении.
потолок. Не имеет значения, сколько вы молитесь и поститесь. Если вы не будете оставлять свой язык и не будете переходить на язык Духа, то не будете достигать этого. Я много лет работала в фармацевтике. Я ездила в машине с разрешенными препаратами в багажнике. Я проезжала мимо людей на скорости. Я не видела их, не говорила с ними. Я не знала, кто они. Но я просила Бога показать мне кого-то в машине. И я начинала провозглашать то, что Дух Божий сказал бы им, если бы я смогла поговорить с ними. Я уделяла этому множество часов. Я практиковалась в общении с людьми. И когда доходило до того, что с кем-то завязывался разговор, у меня уже были часы практики. Я постоянно недовольна своим пророческим уровнем. Я не знаю ни одного пророка, который был бы доволен собой. И я тренируюсь. Когда я выгуливаю свою собаку в парке, то говорю деревьям: «Деревья, знаете ли вы, что Бог сделал в этом районе Шотландии?» Я лечу в самолете и говорю: «Знаете ли вы, что Бог сделает с этой страной?» Почему? Потому что я постоянно практикуюсь. И когда наступает важный момент встречи с королевой, политиком, послом ООН, я знаю, что Бог на самом деле думает. И я знаю, что сказать. Люди смотрят нас и говорят: «Мне нужно то, что есть у этой женщины. Мне нужно узнать Бога. Мне нужно пережить живого Бога, а не мертвого Бога, который может ответить, а может и нет. Я не хочу религии. Мне нужно это. И вот радостная весть. Бог желает, чтобы вы узнали Его больше, чем вы хотите этого. И Бог желает, чтобы я сказал вам, что если вы повторите молитву, то Он сверхъестественным образом уберет все плохое, что вы сделали. Этого не будет в Его книгах, а затем Он наполнит вас собой и даст вам благодать. Это дар, в котором вы сможете освободиться от множества проблем в вашей жизни, которых вам не хотелось бы иметь. И тогда вы сможете получить то, что мы, евреи, называем шаломом, а именно миром. Шалом. Повторите эту молитву вслух вместе со мною. Наши зрители и слушатели могут сделать это вместе с нами. Дорогой Бог, я совершил множество ошибок в своей жизни. Я сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И с этого момента у меня больше нет прошлого. У меня есть лишь чудесное будущее. И теперь, когда я стал чист, Иисус, приди и живи внутри меня. Будь моим Господом. Я говорю искренне. Будь моим Господом. Наполни меня Духом Своим. Дай мне шалом. Я люблю Тебя, Боже. Аминь. Помолитесь, чтобы высвободить силу и власть во имя Божие. С радостью. Я хочу сказать вам кое-что, наши чудесные зрители. Между вами и мной нет различий. Вас столько же Иисуса, сколько и во мне. Единственное различие состоит в том, что я практикуюсь в слышании Бога. Я высвобождаю две вещи. Я высвобождаю вас жить в практике присутствия. Это будет такая смелость, что люди начнут говорить, что с тобой случилось.
случилось, ты так изменилась. Я хочу, чтобы вы подняли руки и схватились за это, когда я буду высвобождать. Во имя Иисуса, царя над всеми царями, я высвобождаю вас в глубокие воды жизни в откровении, в практике и ежедневном слышании Его голоса. Пусть то, что вы схватите сейчас, станет для вас реальностью. А всякая капля низкой самооценки, страха, я разрушаю вас прямо сейчас. Я высвобождаю для вас поток сверхъестественной смелости, сверхъестественной уверенности в нашем Царе. Я говорю, воины, проснитесь, воины, оживите, воины, поднимитесь во всех народах, спасайте потерянных, боритесь, пока не придет царство. Я слышу, как Дух Божий говорит, я верну первопроходцам их силу, я иду и поднимаю их с тех мест, в которых они легли спать. Господь говорит, сверхъестественный будильник зазвучал в сфере духа. Вы слышите его? Господь говорит, я верну вам вашу дикую сторону. Вы будете как вихрь, который пойдет по народам. Господь говорит, моя сила будет на вас, как никогда ранее. Это повеление. Это не просто молитва. Это повеление. Я высвобождаю ваши плечи для нового поручения, чтобы вы снова вернулись к силе первой любви, пошли в силе воина. Господь говорит, я беру тебя с того места, где ты был, и возвращаю тебя в свою армию. Справа и слева от тебя воинствующие ангелы. Я ставлю тебя в отделения и батальоны моей армии. Так говорит Господь, я говорю тебе, иди. Аминь. Идите. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я освободился от кокаиновой зависимости. Я увидел одну из ваших передач, помолился и получил исцеление. До того, как спастись, я тратил миллионы долларов на кокаин. А теперь у меня есть служение. После этого случая моя жизнь развернулась на 180 градусов. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я доктор Фрэнсис Майлз. Бог дал мне откровение, которое позволит вам войти в сферу сильной молитвы и власти царства. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. И вы узнаете, как разрушить планы врага и войти в полноту вашей судьбы в Царстве Божьем. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную копию книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.
Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.